Школа в условиях пандемии – новые формы обучения. И, как показывает практика, популярные. Учиться теперь можно по телевизору, на канале ОТС и на одноименном YouTube-канале. Курс для начальной школы только стартовал на этой неделе, и мы уже получили положительные отзывы об этой программе. Со следующей недели занятия начнутся и для учеников среднего звена. Уроки проводят квалифицированные преподаватели со всей страны. Материалы предоставляет портал учи.ру. Каждое занятие по 20 минут, начало в 9 утра. Учителя не только доступным языком объясняют новый материал, но и задают домашнее задание. Добавлю, что проект «Школы в телеформате» – идея руководства нашего телеканала. В региональном министерстве образования ее поддержали. И теперь закрепить пройденный по телевизору материал можно и в интернете. Уроки, которые выходят у нас в эфире, мы также размещаем в сети интернет. На нашем YouTube-канале, ОТС, телеканал ОТС, можно найти эти уроки на главной страничке телеканала. И сразу на главной странице будет виден плейлист со всеми уроками, которые доступны на данный момент. По мере выхода новых заданий, новых уроков, плейлист будет пополняться.